хочу дома заночу, хочу их бать. Всем привет, мы группа Settlers. Мы приехали к вам из города Санкт-Петербург и привезли для вас русские традиционные песни, русский песенный фольклор. Привезли его в своей обработке, показать вам, как мы его видим и чувствуем. Видим и чувствуем мы его в ритме современного города. Вот. Первая композиция, которую мы для вас исполнили, она называется «Частушки», несложно догадаться. Это настоящие традиционные частушки, которые собирались в Воронеже, в Липецке и село Катарач на Урале. Вот. И сегодня нам без вас не обойтись. Нужна будет ваша помощь. Какая именно? Нужно будет танцевать очень много, быть активными и открыть свое сердце для этой музыки. Вот, и следующая песня, которую мы для вас исполним, это тоже танцевальная песня, плясовая из Курской области. Она называется «Ой, во поле лен». И в ней у нас с вами будет общая частушка. Когда я вам покажу, вы должны будете, ну, если захотите, вы же захотите, отвечать нам словом «белый» и танцевать, конечно, потому что это плясовая песня. Поехали. Thank you.
ж, вы крутые. Вы активные. Это здорово. А, это была песня «Лен». Мы идем с вами дальше. Мы будем играть песни из разных областей и разного жанра. Это была плясовая песня. А сейчас мы вам сыграем песню лирическую. Называется она «Кумушки». Подруги.
двигаемся дальше с вами. Это была песня Кумушки. А следом мы сыграем для вас песню. Очень красивую песню. Она называется «Листики». В оригинале называется «Листики бумажные». Это свадебная традиция Белгородской области из села Репенко. У нее очень красивый аллегорический текст. И вот мы с вами хотим поделиться этой песней. Успели его сегодня обойти, но мы надеемся, что мы еще приедем. Чуть-чуть обошли. Вот. А следующая песня, которую мы вам сыграем, это «Псковские припевки». Это лирика, несложно догадаться, откуда она, из Пскова. Вот, послушайте, пожалуйста, песню о любви. Запевай, подружка.
под песню запевай, которую а про любовь только не надо, мое сердце не тревожь, а про любовь только не надо, мое сердце не тревожь, а балалаечка играет, слышу, дроля мой идет, а мое сердце замирает, про меня песни поют, а мое сердце замирает, про меня песни поют, а сколько в доме украшения, когда солнышко взойдет, а моему сердцу утешение, когда дролечка придет, а моему сердцу утешение, когда дролечка придет. Следующая песня, которую мы для вас сыграем, она тоже очень лиричная. Это наша авторская песня, она называется «Береза». Вот. Ну а дальше уже после нее будем танцевать. Обязательно. Вы хороводы водите? Умеете? Два человека, хоровод из двух людей. Ну ладно, дойдем до этого. Вот, и... Следующая песня «Береза». Послушайте, пожалуйста, хотели бы поделиться ей с вами сегодня. Thank you.
Следующая песня, которую мы для вас сыграем, она называется «Роза». Это свадебная традиция из Беларуси. Вот. А скажите, пожалуйста, а вы знаете вообще фольклор своего региона родного? Какие-нибудь песни, которые вам, может быть, бабушки передавали? Не знаете? Я забыла снять наушник, простите. Еще раз, знаете, да? Да? Ну, это здорово. Но вас как будто маловато. Вот. Как будто достаточно. Да, просто хочу вам сказать от себя и от группы Settlers, наверное, что это очень интересно, на самом деле, узнавать свои корни, вот, спрашивать у своих мам, бабушек песни, которые они пели, которые им передавали их бабушки. Вот, их обязательно нужно сохранять, передавать своим детям, потому что они несут в себе свет. Они очень чистые,
Это та музыка, которая лечит, нам так кажется. Поэтому мы ее играем. И следующая песня называется «Роза», белорусская свадебная традиция. Роза белая, чем ты не зелена, чем ты не весела, в каком саду росла. Роза белая, чего ты не весела, чего ты не весела, в каком саду росла. Свадебная песня. Но для тех, кто не знает белорусский язык, это песня про девушку, которую сватали за кого-то, непонятно кого. Не хотела она, в общем, выходить замуж. Грустная история. Вот. А следующая песня — это хоровод. Называется он «Кружок». Это трансовый хоровод из Перми. Вот, в Перми хороводы называли круги. Вот, послушайте, пожалуйста. Если у вас получится завести хоровод, будет здорово. Thank you.
останавливайтесь, танцуйте. Мы вам сейчас играем липецкие припевки. Нужно танцевать, друзья. Слышит. Это только для вас. Это я не шучу. Вы можете подумать, что я всем так говорю на каждом концерте. Но это не так. Вот. Как ваше настроение лучше становится? Да. Не стесняйтесь, танцуйте, пожалуйста. Мы видим, что вы вот хотите прям. Дайте волю эмоциям. Вот, и следующий трек, он называется «Я в тоске».
Называется «Утушка», это песня величальная. Ее пели для дорогих гостей, вот. Поэтому эта песня для вас, так как она сегодня последняя в нашем блоке. Пожалуйста, потанцуйте. Потанцуйте, пожалуйста. Вот, и с вами была группа Settlers. Вы лучшие, спасибо большое. Короткие.
Спасибо вам большое и надеемся, что до встречи с вами. Вот, подписывайтесь на нас везде, приезжайте к нам в Петербург, приходите на наши концерты, мы там пьем горилку, водим хороводы и поем наши величальные и хороводные песни. Вы супер, спасибо, всем пока, хорошего вам вечера.